Всем привет, это Виталий, компания Boston Technic. Вашему вниманию я хочу предоставить вот такие вот крылья на опрыскиватель. Здесь все комплект. Ну давайте прям каждое проговорю, что называется. Цилиндр на перекос присутствует. Цилиндр на раскрывание, два штуки присутствуют. Цилиндра на подъем вверх-вниз не будет. Здесь вот все как в этом состоянии есть, так оно и есть. Дальше. Есть небольшие сварные швы. Пока что продается в таком состоянии, как есть. Если в течение месяца двух не продадим, значит, это все будет стоить дороже. Это будет от песка струйно, окрашено. Будет все сделано как положено. И будет стоить дороже. Сейчас, соответственно, продаем вот именно в таком состоянии. Значительных каких-то сварных швов вообще не обнаружено. Вот только в этом месте и в этом месте. Все остальное целенькое. Вот здесь есть сварный шов. Вот здесь есть сварный шов. Все остальное целенькое. Пока что продается в таком состоянии. Кому необходимо, вы можете обратиться. Размах крыльев составляет 28 метров. Вот в таком состоянии штанги. Кому необходимо, обращайтесь. У нас уже все есть. В том числе есть масса запчастей, форсунки, насосы и так далее. Все, что связано с опрыскиванием, мы вам все подберем. Ждем ваших звонков.